Здравствуйте, друзья. Вот сидели во дворе, вот кофе пьем. Кофе пьем. И голубь сверху вот спустился. Упал прямо. Это вот которого орел поймал, друзья. Вот он. Вот он весь. Прилетел. Сейчас посмотрим. Вот забивной, видите, даже крылья в крови, который забивался. Посмотрим, что с ним хромает. Значит, отпустил он его. Или, не знаю, вырвался. Сейчас поставлю на паузу, поймаю, что с ним. Молодец. Ну, обезвожен. Вот он, видите, состояние. Сейчас на паузу. Вот, друзья, что с ним сделал. Вот, поймал. Вот. Зоб порвал. Вот этот забивной, друзья. Вот, видите, крылья в крови. Который, вот он, видите, а ну фокусируй, вот он, зоб порвал, молодец, прилетел, еще что тут, вот, вот дырка, вот здесь, в общем, не знаю, сейчас обмажу, раз прилетел, да, будем лечить, ну вырвал тут, не знаю, что тут. Комок какой-то. Ладно, друзья, вот он. Прилетел, молодец. Я паузу. О. Вот, друзья, сейчас я его обмажу. Вот он тут, что он с ним вытворил. Ладно, пока отпущу. Иди. Молодец, прилетел. Такое ощущение, что летать не может, но прилетел. Молодец. Смотрим, выживет, не выживет. Сейчас еще покормлю. Если зоб. А, воды хочет. Воды. Вот. Воды. Пить хочет. Ну давай, голову высовывай, что ты. Что, столько пьешь, что ли? Вот, друзья, вот такой штукой я всегда обрабатываю рану в таких случаях. Это куркума с кокосовым маслом. Очень сильное средство. Очень сильно, очень заживляет хорошо. И у людей, да, у любого живого существа. Очень хорошо она вытягивает все изнутри плохое, из ран. Очень классное. Ну, это натуральное кокосовое масло. И вот с куркумой вот сейчас вот поймаем. Поймаю голубя. И начну обрабатывать. Ну вот он, друзья. Вот он тут повредил, хорошо повредил сторону зобика. И вот сбоку дырка. Вот здесь дырка. И сейчас прям залью. Пока на паузу. Вот, друзья, залил. И тут больше нигде рваных. Ну, не рваные, резанные. Вот тут кожицы не было. Ну, я, друзья, не умею зашивать. Я думаю, что может выживет. Вот видите, как обезвожен. Друзья, это очень сильное средство. Это аюрведическая медицина. Это мне подсказал очень сильный пакистанский голубятник. В таких случаях. Вот я купил кокосовое масло. Итак. О, друзья, орел атакует, смотрите. Вон он, атакует. Ласточек атакует, опять прилетел. Вот он, друзья. Ласточек атакует, посмотрите, какой наглый. Я слышу, ласточки кричат. Ад, блин. Вот он. Вот это да. И вот он прилетает очень часто сюда. Вот он. Просто одной рукой держу, не могу приблизить. Голубя второй. На ласточек нападал. Посмотрите на него. Вот смотрите, что вытворяет. Ладно, я этого отпущу сейчас, голубя. Вот голуби еще, дикари. Мои-то отпущенные, но не летают. Постоянно прилетает. Конечно, это не сапсан, но... Ну, видите, его работа. Молодой голубь.
обезвожены. Вон он. Как я не успел снять. За ласточками, друзья. Ласточек атаковал. Такую маленькую добычу. Ладно, на паузу. Пока. Вот хотел последить, что будет делать. Ну, начал подниматься. Вот, друзья, здесь такого никогда не было, что орел. Ну, каждый раз, каждый день. Каждый день здесь. А вот он еще в руках у меня. Сейчас я его еще покормлю. Ладно, друзья. Вон, видите, аж глазки как медленно открывает, закрывает. Бедолага вот с желтым кольцом. С моими именными кольцами. А он все исчез куда-то, не знаю. В общем, наглец вот тут появился орел. Вот он что с ним сделал. Молодой голубь, друзья. Молодой. Линяет. Ладно, сейчас отпустим. А вы уйдите. Вот еще литок открыт. Они сами, я их открыто пока оставляю, друзья. Не закрывать же в году 12 месяцев. Вот, посмотрите. Вот он, видите, летит. Вот он. Вот его состояние. А этих не выпускаю. Эти... Здесь я беру птенцов, хотя вот у меня хромая села на яйца с этой стороны. Ладно, как-то так, друзья. Ну, посмотрите. А этот взял со своей мамой, споровался. Надо распоровать их. Не знаю, что вы думаете по такому поводу. Это имбридинг. Вот видите, у них даже головы одинаковые. Ладно, как-то так. Молодец, прилетел. Удачи.